Меня зовут Владимир. У меня несколько бизнесов. Один из них интернет-магазин, стройка, там производство мобильных бань, домов, каркасных домов. Также я параллельно консультирую своих друзей-предпринимателей по поводу интернет-маркетинга. И это все, конечно, благодаря, наверное, достаточно большая роль в этом сыграл Константин. С его тренингами я еще познакомился в 2013 году, начал смотреть его бесплатные уроки, мастер-классы. И весной 2014, не помню, там это первая, там вторая или третья группа была, я прошел у него тренинг, очень успешно, очень удачно, выиграл iPad, все очень круто. И тогда запустил свои до конца сделанные мощные рекламные кампании, и уже во время тренинга у меня даже появилось пару клиентов по настройке Яндекс.Директ. И да, спасибо Константину. Во время тренинга он мне отдал одного из своих клиентов, которому он не смог работать, да, и я с ним тоже немножко поработал. Также в 2017 году осенью я решил повторно пройти тренинг директологов, о чем очень сильно не жалею. С одной стороны, я постоянно там слежу за тем, что происходит в интернет-маркетинге. Но с другой стороны, еще раз окунувшись, еще раз пересмотрев все рекламные кампании, еще раз с азов все начав, все переделав, я перестроил часть рекламных кампаний. Плюс я очень скептически относился к Гуглу, реклама в Гугле. Я настроил рекламные кампании в Гугле, ВКонтакте. И могу сказать, что обороты, выручка выросла в два раза. Константин, спасибо. Супер. Постоянно слежу. Являюсь постоянным там участником закрытой группы, где можно вообще просто кладезь всякой разной информации. Ты лучший. Всем советую, кто еще, если, не дай бог, сомневается по поводу того, что стоит или не стоит там записываться или не записывается, поверьте, стоит. Даже если вы проходили другие курсы, Константин разжевывает и преподносит всю информацию так, что, ну, не знаю, наверное, любой даже малосведущий человек сможет там научиться делать посадочные страницы, настраивать рекламу. Он доводит прям все прям до конца. Супер. Константин, молодец. Давай. Удачи. Побольше тебе хороших учеников и успехов в бизнесе. Всем пока.